В России открыли памятник Джорджу Орвеллу, где, да, в общем, везде, даже не знаю, шутка это или не шутка, в текущей-то парадигме. Ну, а мы начинаем. Глава СПЧ Совета по правам человека при президенте, бывший пропагандист Фадеев, призвал как можно быстрее закрыть Википедию. Это была цитата. Фадеев уверен, что Википедия – это не просто зло, это идеологически политизированный продукт и даже стратегическое оружие, как заметили их отрицательные интеллектуальные коллеги дяди Валеры. Вот уж воистину, дяди Валеры. Где моя Валера? Где моя Валера? Валера! Если без Стёба, я считаю, что настоящим злом являются как раз такие вот Фадеевы, и я бы их где-нибудь с удовольствием закрыл, изолировал, поскольку все, что они делают, направлено исключительно во вред, в данном случае на одурачивание населения моей страны. Чем тому Фадееву Википедия помешала, а я скажу. Там же можно найти ответы на многие вопросы. Запретим! Нам не нужны те, кто хотят искать ответы. Нам нужны безграмотные, безмозглые идиоты, говорящие, а лучше думающие лозунгами, такие ходячие цитатники Скобеевско-Киселевского абсурда из ящика. Вот что нам нужно, точнее им нужно, бессловесное стадо. Электорат, способный в любую секунду стать рабами-волонтерами, массовкой на митинги-путинги или деревянными солдатами Урфина Джуса. Кто нам нужен? Понятно, что вы все молодцы, все нужны, но идеальный кандидат, так скажем, Илья Муромец со строгого режима, не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Хочу обратиться к зрителям сейчас, причем к тем зрителям или к их родным, близким, которые режим поддерживают без намеков, без подтекста. Господа, не кажется ли вам странным, что любые телодвижения нашей власти и ее прихлебателей всегда, подчеркиваю, всегда направлены только на одно – запретить, разрушить, уничтожить, сломать. Я не припомню ни одного случая, когда эти говорили бы, послушайте, вот у нас тут есть альтернатива, ну, скажем, той же Википедии. Мы бы предложили продвигать в массы этот продукт, оно будет разумнее и логичнее, возможно. И я бы поддержал такую инициативу, но нет. Они же ничего такого не предлагают, они говорят, у нас есть ничего. Даже в планах нет такого, что когда-нибудь что-то появится, но мы хотим сломать то, что создали другие, нам оно мешает, потому что и начинают на ходу придумывать причину, почему мешают. Вот только выглядит это все, вот каждый раз такие вещи, как, ну, история из известной байки про мальчика-дурачка. Помните, дети делали куличики, у всех получались, а у дурачка не получались. И вот тогда он решил ломать куличики остальных. Гойда! Ура! Так вот, я и спрашиваю, может быть, сначала стоило хоть что-то создать, прежде чем курочить имеющиеся? Кстати, на создание российской альтернативы Википедии однажды деньги уже выделялись. Так, про между прочим, было это в 2019 году, почти 2 миллиарда на это благое дело ухнули. Да вот, чтобы не быть голословным. 1 миллиард 700 миллионов рублей выделит правительство в ближайшие 3 года на создание российской альтернативы Википедии. Об этом говорится в приложении к проекту госбюджета. Деньги пойдут издательству «Большая российская энциклопедия». 3 года назад премьер Дмитрий Медведев поручил создать на базе нее и других справочников электронный ресурс. Работы стартовали в июле этого года, обещают закончить к апрелю 2022 года. И
На дворе апрель 23-го. Где? Не подскажете, где тот российский аналог Википедии, в которой всахатили почти 2 ярда бюджетных средств, ну или где деньги? По чьим карманам их опять рассовали, хотя я уверен, упыри не готовы ответить, нечего. Потому что только ломать, врать и воровать умеют. За 32 года существования новой России не создали ничего, зато переломали все, что можно. Сперва советское наследие угробили, теперь остальное крушат. Создайте что-то, потом вякайте. Вот это мне бы хотелось сказать в данном случае Пустомели Фадееву. Запрещалку отрасти, а потом запрещай. Это реальная журналистика. Хуже дурака бывает только дурак с инициативой. Вот пусть это и будет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Даже согласно опросам ВЦИОМа, по итогам 2022 года 40% граждан живут от зарплаты до зарплаты и переживают, что не смогут покрыть внезапные расходы. А ведь сейчас как никогда важно иметь стабильную и прибыльную профессию, которая позволит создать подушку финансовой безопасности, не тревожиться о завтрашнем дне. Хорошо бы еще при этом не привязываться к конкретному стулу или офису, а работать из любой точки мира, а еще лучше не ограничиваться только российским рынком. Конечно, речь здесь про сферу IT. Но не обычное IT, а то, которое со сложными языками программирования никак не связано. Мы говорим о востребованной и перспективной профессии ноу-код-разработчик. Это специалист, который без опыта в программировании создает сайты, мобильные приложения, чат-ботов, искусственный интеллект и зарабатывает на этом от 200 тысяч рублей за проект. То есть столько же, сколько и обычные айтишники. Ноу-код-разработчик – специальность с самой быстрой точкой входа в профессию. Ее можно освоить за 2-3 месяца и уже начать зарабатывать. В отличие от 1,5-2 лет обучения классическому программированию, к тому же, ноу-кодеры создают продукты в десятки раз быстрее и дешевле, поэтому за ними охотятся заказчики всего мира и даже в России. Для них открывают вакансии такие крупные компании, как Сбер, МТС, Самокат и другие. Все еще сомневаетесь, потому что вы не разбираетесь в этом, раньше никогда не программировали? Специалисты школы CodeBreakers развеют ваши сомнения и научат не только востребованным навыкам, но и заработку на них. Всего за несколько месяцев сможете работать в штате крупной компании. Выйти на фриланс или запустить свой стартап. Просто попробуйте, пройдите бесплатный вебинар, получи новую востребованную профессию с высоким заработком, где вам расскажут, почему ноу-код самая востребованная ниша в IT в данный момент. Вебинар проведет Танна Радзиевская, предприниматель и опытный ноу-код разработчик X-Product в Яндекс. Разрабатывала проекты для Европы, Эмиратов и России, строила бизнесы на ноу-коде с оборотом более 100 миллионов рублей, входит в список топ-30 диджитал-экспертов нашей страны, повторюсь. Вебинар бесплатный, вы ничего не теряете, так что спокойно регистрируйтесь по ссылке в описании и удачи вам в освоении новых рубежей. Ну и к заявленной теме, господи, они там опять YouTube запрещают, в который раз не напомните. Вернее, рассказывают о своих планах в этом направлении уже неделю. По всем соцсетям летает вот эта вот муля. В Москву прибыла группа айтишников из Китая в количестве 41 человека. Они-то YouTube и приговорят к концу 2023-го, потом еще и с VPN-ом разделаются. В общем, прощай, свобода слова, да Россия! Бюджет они ставят, интернет! Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Да понятно, понятно! Понятно? Понятно, понятно. Мы собственники, вы поймите нас, да, правильно? Да. Вот и все. Поражает, что огромное количество неглупых, в общем, людей снова ведутся. Ну давайте разберем ситуацию на пальцах. Хайпанем немножечко. Вообще такое ощущение складывается, что это вы хотите, дабы тот YouTube как можно скорее прихлопнули. Потому что, ну, даже ватники с такой жадностью не мусолят данную тему, да еще в ключе стопудняк заблокируют. Ждем со дня на день. На самом деле, Кремлю эта площадка гораздо нужнее и важнее, чем нам с вами. Давайте совсем по-простому. Для начала ответьте мне на обычный вопрос, на чем зиждется путинское величие. Да вы не хуже меня знаете, что это колосс на глиняных ногах и имя тем ногам. Нет, ни Росгвардия, ни полиция, ни армия, ни спецслужбы. Имя им – пропаганда и СМИ. Вот на них держится иллюзорный мир имени великого кормчего.
Отключи завтра в России электричество на месяц всего. Оставь людей без телевизора, без газет, без журналов, без интернета. Режим рухнет. Потому что в этом случае народ вдруг увидит реальность. Ну вот пример из свежего позавчерашнего выступления царя перед иностранными послами. Ой, а ему, оказывается, не всегда рукоплещут, когда завершает очередную проникновенную речь. И в этом смысле я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание. Все. На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Все хорошо. Я просто похлопаю. Я не слышу хруста безе. На самом деле Путин — это человек, который понимает значимость института пропаганды, понимает, как важно играть на публику, потому что встречают у нас по одежке, а голосуют не умом, а сердцем. Да и любит глубинный народ сказки, чего там особенно про героев. Борьба борьбой, а каждое доброе дело должно поощряться, считает Олег Владимирович. Вон по телевизору сколько человек ежедневно получают то медали, то ордена. Но говоря об этом, переживает житель Надеждина не за себя. Давно ему не дает покоя мысль, что главный человек страны ни разу не был представлен к заслуженной награде. У нашего Владимира Владимировича нету, по-моему, вообще наград никаких. Господи, как дети. Страна непуганных идиотов. Поэтому с самого первого дня пребывания на троне Владимир Владимирович занялся не просто разгромом, но подчинением себе средств массовой информации НТВ. ТВ-6, ТВС, РЕН-ТВ – это только те, кто громко пали, а список можно продолжать еще долго. Гайда, братья и сестры! Гайда! Вот только случилось тогда у Кремля одно серьезное упущение. В какой-то момент ребятишки осознали, что пока возились с традиционными СМИ, работающими по старинке, чуть не профукали гораздо более перспективную площадку именно. Речь об интернете. Итак, что мы любим? Мы любим YouTube. Что мы не любим? Мы не любим телевидение. Оно лживое и отвратительное. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы в поисках новостей и мнений люди шли не на мерзкое телевидение, а на наш прекрасный YouTube. Затейца по моей команде. 3, 2, 3. Как думаете, за что поплатился Навальный? Только не надо сейчас этих глупостей, он оппозиционер. Он митинги против власти собирал, устраивал. Да плевать было Путину на все эти митинги с Навальным и его малолетками в придачу, тоже мне. Угроза для режима. Навальный стал опасен, потому что создал в неконтролируемом пространстве мощнейший медийный холдинг, который в какой-то момент по охвату уже не уступал всем вместе взятым путинским СМИ, а по популярности даже превосходил стремительно устаревающих пропагандистских динозавров. Вот тогда режим всерьез задумался. Нам туда надо, за этой штукой будущее, а выскочку Навального с глаз долой. Навальный keine Drogen, das ist und eins Agenten, несметичен трогательничен оппозичен фюа Навальный. Ё-твама. Куда деньги на лечение скидывать? Да я уже даже слышу, как кто-то стучит по клавиатуре пальчиками, строча комментарии, как обычно. Не дослушав до конца, YouTube-то им нафига нужен, особенно сейчас, оттуда все равно всех пропагандистов выгнали, серьезно. Вы так думаете? Ну тогда расстраивать дальше буду и так. А почему вы решили, что Соловьев, Киселев, Симоньян, Гоблин, Лебедев — это и есть все путинские пропагандисты? А знаете ли вы, что у нас в стране насчитывается аж 86 регионов по состоянию на январь 22-го, вот, и в каждом из этих регионов есть как минимум один телеканал, какое-нибудь областное телевидение или там республиканское, кроме того. В каждом уважающем себя городе, муниципалитете, а этих вообще сотни, тоже работает какая-нибудь телестудия, какое-нибудь информагентство и прочее бла-бла-бла, и у всех у них есть свои страницы на YouTube, вы не поверите, с десятками и даже сотнями тысяч подписчиков.
подписчика. Визит президента не был запланирован, поэтому стал неожиданностью для руководства Крыма. Лишь накануне Владимир Путин проводил совещание по социально-экономическим вопросам Крыма и Севастополя, а теперь лично решил осмотреть новостройки региона. И так решено. Мужчины теперь будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины в 60. Президент Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. В этом году общение Владимира Путина с журналистами вернулось в очный формат. Вопросы, которые задают журналисты главе государства, заранее не регламентируются. Это всегда живой, открытый разговор о самых главных темах, которые волнуют наше общество. Нет слов. Или это вам не пропаганда? Почему все всегда забывают о существовании региональных-то СМИ? Уперлись в одну скобею, вот она, пропагандистка, все что ли? А я вот тут не поленился, погуглил, докладываю. В России в данный момент зарегистрировано более, внимание, 60 тысяч средств массовой информации. 60 тысяч, прикиньте, это только официальные СМИ. А сколько еще всяких разных блогеров, которые горлопанят в интернете безо всякой регистрации. Иногда за деньги, иногда в надежде быть замеченными и продаться. Плюс политики, общественные деятели, причем и региональные, и федеральные. Эти ведь тоже располагают в том же самом YouTube аккаунтами. Согласен. А вот теперь главное. Совокупная аудитория всей этой казалось бы, мелочи, десятки миллионов. И вы верите, что в Кремле просто так возьмут и откажутся от всего этого, от дешманской пропаганды, которую уже ежедневно поглощают миллионы одураченных людей, и которая Кремлю, по сути, ничего не стоит. Вы реально в это верите? Но есть, впрочем, там и проекты, в которые действительно вложены серьезные бабки. И эти проекты, они долгоиграющие. Хотя вот здесь пока предлагаю остановиться и переварить услышанное. К тому же за хронометраж уже вылезли. А продолжим в следующем выпуске во вторник. У меня для вас еще масса интересного. Все. Это была «Реальная журналистика». Подписывайтесь на канал. В соцсетях тоже жду. Напоминаю, во ВКонтакте, в Одноклассники, через VPN, кстати, и во ВКонтакте в следующий раз тоже будем говорить. Остальные площадки без ограничений. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!